Один из вопросов. Мощно смотрится Феликс Валера. Да, смотрится таким, знаете, настоящим, высокий, мощный. Удар. Пытается претендента поставить на место, но я думаю, что такого, как Бива... Посмотрите, вот на эти... Всегда не просто приезд... Поражает и наносит свой. Вот еще. Ребята, я наношу... Ну, такая разведочка. Вывести Дмитрия Бивола из себя. Достал. Кидает. Опять. Пока. Входов Феликса Валеры, который Бивол... Если можно выразиться. Да, элегантно останавливал, чем он вообще выглядит в этом весе. Ну, напоминаю, он выступал в категории до 75 кг. Ох, справа сейчас был. Вот. Я напомню, что это смог сделать Каштанов, это может сделать Бив. Мощные длиннорукие. Феликса к технике, к передвижению. Хорошо. Это был, это был удар. Сейчас, скажем так, Питон, рефери не открыл счет. Здорово. И снова в атаке Бивол. Здорово, молодец. Очень свежо выглядит, видно, готов сильно. И как будто что-то почувствовал Бивол. Хорошо, летят руки. Молодец. Джебом продолжает разбивать Феликса Валеру. Как здорово баланс держит Дмитрий. Ничего лишнего. КПД ударов очень высок. Без лишних движений. Да, начинает подминать он Феликса Валеру. Начал давить мимо. Начал на себя. Бежит вперед, пропускает. Вот Дмитрию надо немножечко присмотреться. Правый прямой. Упал. Атаку, наверное, с корпуса. Мы это видим. Очень пластичный. Очень своевременный, быстрый. Силу было бы хорошо начать с корпуса. Прямо вот с корпуса. Прочно. Валера. Да, левый пытается выбрасывать нас. Справа начал, левый попал. И Дмитрий, левый сбоку боковой, я думаю, не прочитали, поэтому все хорошо, все под контролем. Нужно раздергивать, раскачивать его. Хороший снова. Опасно головой. Сильно. Поменял стойку, часто бывает правша с левшой. Очень. Хороший джеб, точное попадание. Справа наконец-то трудно. Наконец-то точно. В ноги. Ну, попытка клинча была, Дмитрий. Очень плотно Дмитрий Бива попал. Очень плотно. И еще раз попадает справа. Он сейчас будет делать все. Минута остается в этом раунде. Клинчует. Глаз залит. Идет в ближний бой. И Дмитрий... Очень тяжелым состоянием сейчас Доминик. Хватит, поэтому сейчас продолжать бой. Волны удары в голову. Состояние как раз такое. Оно становится ближе. Можно... Даже если пришел Бивол... Органично это у него происходит. Да, это признак боксера высокого уровня. Но временный титул WBC. Получается. Но три здесь пояса. Сергей Ковалев. Тоже старается. Так, пытается что-то находить. Длинные ноги. Победил Дмитрий Бивол. Когда Валера становится вот правым навстречу. Или правым прямым. Как он себя ведет. Паники нету. Пытаем это все для того, чтобы прийти в себя. Молодец. Неприятно. Да, вот этот боковой удар у него. Да. Причем он может нанести его из такой позиции, из которой вроде бы... Я потерял баланс. Показалось, что там... Это вряд ли. Не надо, не надо. Вот эти шансы нельзя... Правый боковой достигает. Но в туловище бы.
атаковать Бивол, но... Вот так, хорошо, не забывать про переднюю руку, не забывать. Валера остался в углу. Удар в корпус нужно заканчивать. Конечно. А Валера стал поспускаться на ту... По прямой. Охотится Бивол. Может быть, немножко здесь нужно... поиграть, нужно обмануть. Два удара уже пропустил. Вот я как раз и хотел задать вопрос. 15 секунд всего до гонга. Стало их в поединке с Каштановым. Здорово, лево сбоку, справа боковое. Момент для левого бокового. Это, знаете, тоже, что его можно подойти и ударить. Не забывает о том, что может пробить вот в голове, он моментально так рефлекторно. В принципе. Да, хорошо. И вот удар туда в область солнечного сплетения. Путь, нужно бить в середину. Здорово, право направо. Феликс Валера, все ну, видит справа. Опять. Как раненый зверь сейчас он. А вот его бы сдублировать, а? Праурный, мне кажется, пошло бы. Тем все более будет хорошо. Да, тем более. Здорово, здорово. Великолепно, великолепно. Это чисто тогда. Все началось с ударов. Да, да. Атакует. Да, здорово. Размер. Здорово. На ногах. Еле стоит Доминикан. Терпит до последнего. Рефери может вмешаться. Нет, Валера. Феликс Валера не понимает, что с ним происходит, но крепкие ноги, он стоит на них. Навстречу. Аккуратней, внимательней. Феликс Валера. Казалось бы, вот он уже на грани поражения, но умеет найти этот выход. Феноменальная физическая готовность. Ох, слева попадает. Вот это отмахивается. И опять же держаться. Ноги, кар ему надо передохнуть. Ох, слева сбоку защищает Валера. Боже мой. Посечение у Дмитрия или это чужая кровь? Я не могу. Я думаю, многие специалисты говорили, что это бой и сегодня высококлассный бой. Хороший. А зачем тебе сейчас это надо, я не пойму. Тоже все-таки очень активно он на ногах работал. Валера очень хорошо получается боксировать на ближней дистанции. Да. Здесь появляются шансы, во-первых. Во-вторых, он на сегодняшний удар. Дмитрий пока на паузе, он смотрит. Проверяет. Поэтому мне непонятно, зачем Дмитрий принял вот это. Здорово. В сторону с левым боковым ушел Дмитрий. Здорово. Начинает пристраиваться немного. Пошел вперед достаточно уверенно. Вот так, надо садить. Надо обязательно садить. Хорошие комбинации Бивола. Будет пытаться забрать раунд. Вот здесь, да. Правильно. Да, и в сторону, не слышно раунд. Чемпионский раунд, совершенно верно. Ой, хорошо. Здорово. Но... Валера почувствовал, что он впереди. Встал руки к голове и попер вперед, как бульдозер. Удары снизу бы здесь. Не надо драться. Быстро, узко, вовремя. Ходить с линии. Чтобы он терял цель. Лево сбоку и в сторону, Дмитрий. Да. Большие руки, спина большая. Причем на грани там, в пояс попадает. Ну вот так, пусть бросается, пусть бросается. Поймал момент атаки и встретил справа. Еще раз справа наносит Бивол удар. И комбинация. Вот. Ты... Такой неуд... так... Темечко вперед, подбородок. Пущенных ударов. Рассечение, опять же, неприятное у него. Если не ошибаюсь, ему заклеивают перчатку. Второй точно. Да, финтит передней рукой. Хорошо, навстречу. Передним. Что он навстречу его? И вот сейчас да. Опять поедим. Уклонялся корпусом. В корпус, Дима, в корпус. Туда, в корпус. Конечно. Нужно. Раунд.
Ниже пояса бьет Валера. Пропускает Валера очередим и достает подбородок. Здорово. После ударит, а? Немножко зациклился, хочет нокаутировать и почему-то в голову хочет нокаутировать. Было бесценный опыт. Бесценный. Первый раз 12 раундов. Максимально был нокаут в шестом раунде, по-моему, да? Да, вот сейчас, да, почти больше 8 раундов он не проходил. Очень некоторые эпизодов, я бы так сказал. Но в любом случае, Феликс Валер — это боксер, боец очень хороший. Очень... Говорил, насколько хорошо физически готов Дмитрий Бивол, да, вот это подтверждается. Ой. Еще раз. И еще комбинация. Голова в сторону Баранца стоит. Да, из каких-то редких доминиканских пород. Друзья. Даже не выковали, а выточили. Полминуты до конца боя. Хорошо встретил, снова бивал. Мужаю добивало. Боксер. Это был честный бой, это был красивый бой. Время у чемпиона мира.